Первое видео посвящено сове. Сову снял один из кировчан в тот момент, когда она прилетела в один из автодилерских центров, и, судя по ее нахохленности, она была недовольна покупкой Логана. Что надо? Совунья посидела и улетела. А мы переходим к другому видео. Один кировчанин праздновал с другом день рождения, и к нему пришла лисичка. Давай проверь, что там в ведрах у нас. Ага, сейчас можно к столу идти. У нас тут стол с помидорами, хлебом. Ну, ничего не боится. Поглядела лисичка, что стол-то не сервирован, и убежала. Ну а мы переходим к финальной фотографии. Самих зверей на этом фото нет, зато есть следы пребывания животных на остановке у ЦУМа. Вы посмотрите, что натворили эти животные, эти звери. Они сломали урну и убежали. К сожалению, мы не знаем, как зовут эту породу животных, зато поговаривают. Их похождения сняла видеокамера, и сотрудники полиции уже приготовили просторный вольер.